Яблоневый сад площадью 500 гектаров погиб в Жамбылской области. По словам местных фермеров, ни один из 125 тысяч саженцев, завезенных из Сербии, так и не принес плодов. Как утверждают аграрии, причина колоссальных убытков – задержка обещанных субсидий от Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства при Казагро. Первую помощь садоводам оказали только спустя 2 года после открытия сада. 46 миллион мой мозгали вотор. Не ден маусат на трун кортур сидар. Хай жақтан төлейм зона. Өзім пенсионермін. Бұрада сплошна қамшысап тұрған. Тут рос сплошной камыш. Говорили, что все сами уничтожат. Распылят химикаты. Обещали, что мы получим урожай и сможем заработать. Однако этого так и не произошло. Представители фонда тем временем заявляют, что жалобы садоводов неуместны. По их мнению, проблема возможна из-за некачественного ухода. Специалисты Казагро сообщили, что все аграрии получили финансирование, а значит, должны вернуть выделенные им деньги. Для этого они намерены обращаться в суд. Есть ряд проблем. Некоторые крестьяне говорят, что нет воды для полива. Это неправда. Вообще у каждого свое оправдание. Поскольку аграрная кредитная корпорация является финансовой организацией, мы не имеем права разглашать сведения о заемщиках.